их ей отдать. Он мечтал ее сильно обнять, но не знал, как ей это сказать. Он слова не находил и молчал, как будто нем. Он боялся, что она не ответит ему. Однажды он решился и подошел к ней сам, сказал, что по уши влюбился и сердце ей отдал. И слова он нашел, хоть и долго к этому шел. Он узнал, что она была тоже в него влюблена.